Нурмагомедов Абдулманап Магомедович, ваши аплодисменты! Уважаемые лучшие болельщики мира! Это отец его? Я хочу вас поблагодарить от имени нашего джамаата, отца, лично меня и от имени всех, кто сегодня здесь присутствует, поблагодарить вас. Вы являетесь главной мотивацией нашего движения по лестнице вверх. Вместе с нами и вместе с спортивным сообществом всего Дагестана вы являетесь самой большой частью нашего пояса. Вы мотивируете каждый раз нас на большие подвиги. Вам огромное спасибо. И хотел бы обратиться к вам, передвигаясь по дорогам домой обратно. Молодые ребята из окон не высовывались, не нарушали на дороге, уважали друг друга и носили весомый вклад по стабилизации и порядку в республике. Вам огромное спасибо. Да здравствует Дагестан! Да здравствует Россия! Пришел встречать Хабиба, нашего чемпиона, который одержал волевую победу над Кондором. Хабиб чемпион! Очень даже рад был, что он победил. Прославил нас Дагестан, как говорится. И что еще сказать? Хабиб чемпион! На самом деле, Хабиб молодец! Он сумел всему миру показать, какие герои живут в Дагестане.